Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Рабочая неделя заканчивается, впереди долгожданные выходные. Как провести их насыщенно и интересно, расскажу прямо сейчас. Театры продолжают удивлять нас интересными постановками. Например, 24 и 25 сентября в 6 вечера театр «Камерная сцена» ждет зрителей на премьеру спектакля «Евгения» по пьесе Пьера Бомарше. Это первый драматургический опыт автора, подарившего зрителям «Женитьбу Фигаро» и «Севильского цирюльника». В центре сюжета запутанная любовная история юной девушки Евгении и молодого графа. Начало спектакля в 18:00. Приходите! Ловим последние теплые деньки и смотрим кино под открытым небом в музее Эльдара Рязанова. Подборка фильмов на этих выходных по-настоящему волшебная. 23 сентября «Всеми любимая русалочка» режиссера Владимира Бычкова, а 24 и 25 сентября фильмы классика киносказки Александра Роу «Марья искусница» и «Огонь, вода и медные трубы». Это отличная возможность провести уютный вечер всей семьей. Не пропустите! Современная библиотека – это не просто место, где можно почитать, но и отлично провести выходные, узнать много нового и интересного. Например, в библиотеке народов Поволжья на Ленинградской 7 в воскресенье пройдет экскурсия по библиотечному музейному комплексу. Узнать о различных традициях, ремеслах, костюмах и предметах быта народов, проживающих в Поволжье, можно будет 25 сентября в 13:00. Вход свободный! А библиотека имени Надежды Крупской приглашает на литературную прогулку по Самаре. Экскурсоводом выступает доктор филологических наук, краевед, профессор, журналист и ведущий телеканала «Самара ГИС» Михаил Перепелкин. Узнаем много интересного о Самаре и о том, как она отразилась в произведениях крупных отечественных писателей, таких как Василий Аксенов, Дина Рубина. 24 сентября в 17:00, старт на Маяковской, 19:00. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.